Дарья Иванова расписывает стену акриловыми красками в технике фреска. В конкурсе профессионального мастерства WorldSkills третьекурсница аграрно-экономического колледжа участвует впервые. Девушка признается, на областном этапе сложнее всего справиться с волнением. Закончила 7 лет художки, в школе училась. Сейчас вот в колледже плакаты разные рисую. Там на конкурсы тоже отправляют картины всякие. В компетенции малярной и декоративной работы три участника из Бобруйска и Осиповичей. За соблюдением правил следят эксперты. Позади – поклейка обоев. Смотрят здесь на ровность поверхности и технологию выполнения. Особое внимание – углам. Максимальная оценка – 100 баллов. Больше всего времени отводится на второе задание. За 3 часа нужно изобразить волка. Рисунок должен соответствовать размеру 70 на 100. Оценивается также внешний вид и подбор цветовой гаммы. Третий модуль – окраска на скорость. Участники смешивают цвета, чтобы получить 3 дополнительных. Тона должны плавно переходить от светлого к темному. Стены подготовлены заранее. На все про все – 1,5 часа. Учащийся, который набрал большее количество баллов и занял первое место, будет представлять Могилевскую область на 5-м республиканском конкурсе профессионального мастерства в городе Минске, который состоится в мае месяце этого года. WorldSkills проводится каждые 2 года. Основная миссия – повышение престижа рабочих профессий в сфере производственных, информационных, строительных и транспортных технологий, дизайне, социальных и персональных услуг. Традиционно конкурс объединяет представителей всех регионов нашей страны. Ольга Васенко, Максим Галионко, Бобруйск, 360.